На рынках Костанайской области обнаружили сотни бутылок контрафактного элитного алкоголя. Виски и коньяк продавали без акцизных марок. Сейчас специалисты проверяют, что было налито в импортные емкости. 500 бутылок элитного виски и коньяка обнаружили у костанайского предпринимателя. Коробки с алкоголем, как предполагается, предназначались для предновогодней распродажи. Правда, на бутылках не оказалось акцизных марок. Является ли горячительная подделка, теперь выясняют эксперты. К слову, бизнесмену за использование чужого товарного знака грозит штраф чуть менее 300 тысяч тенге. Изъята алкогольная продукция Hennessy в количестве 430 бутылок, 12 бутылок Jack Daniels и 20 бутылок Chivas. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 222, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.